Добрый день, меня зовут Татьяна Андреянова, я тренер по пилатесу. Хочу вам предложить комплекс из нескольких занятий, они все будут разные, но все будут по методу пилатес. Все будут рассчитаны на растяжку позвоночника, укрепление мышц спины, а следовательно вы приобретете и красивую стройную фигуру, осанку. Будет несколько, будем брать предметы, мячи, гантели, будем менять тренировочки. Сегодня рассчитываем на 20-25 минут, вы можете заниматься у себя дома. Стелите колледж, он был очень тоненький, чтобы позвонкам было удобно. Приступим. Стопы на ширине бедер, потянули пупок, вдох. И с выдохом позвонок за позвонком укладываемся на пол. Все, буду по ходу рассказывать про дыхание. Не будем терять время. Втянули живот снизу вовнутрь, как будто джинсы мамы. Руки вдоль корпуса. Расслабьте мышцы спины. Дышим ребрами. Раздуваемся. Вдох. Пупок остается подтянут. С выдохом сжимаем нижние ребра, как будто затягиваемся в корсет. Еще раз. Вдох. И выдох. Руки поднимаем вверх, вытягиваем мимо ушей, на пол не кладем. Проверили грудной и поясничный отдел, плотно прижатый к полу. И возвращаем руки обратно. Втягиваем пупок, держим вдох. И с выдохом удерживаем живот, удерживаем грудной отдел. И вытягиваемся затылком и копчиком, длинный позвоночник. Вдох, с выдохом поднимаем руки. Голову, плечи, лопатки, втягиваем пупок. Глазами посмотрите на свой живот, он должен быть плоским. Втягиваем его вовнутрь и держим. Но так, чтобы вы могли дышать, не задыхаться. Вдох. И с выдохом, позвонок за позвонком, вытягиваемся вдоль ковра, растянулись, прижали поясницу и грудной отдел. Вдох. С выдохом, руки, голова, плечи, лопатки, смотрим на пупок, он плоский. Вдох. И с выдохом вытягиваемся позвонком за позвонком, удлиняемся. Еще вдох, дышим, выдох через рот, удерживаем низ живота, крепко держим. Поднимите лопатки чуть повыше, расслабьте плечи. Вдох, и с выдохом позвонок за позвонком вытягиваемся длинно. Еще два раза, дышим. Вдох. Остаемся наверху. Плечи, лопатки расслабили, тянули пупок. Одной рукой потянулись к стопе. Живот плоский, низ живота прижат, низ спины прижат. Возвращаемся. И также на другую сторону. Крепко удерживаем низ живота и поясницу. Еще по одному разочку. Вдох. И с выдохом длинная рука, длинное плечо. Вдох. Держим пупок. И с выдохом потянулись. Возвращаемся в центр. И позвонок за позвонком вытягиваемся длинный. Еще раз такое сделаем. С выдохом поднимаемся. Голова, плечи, лопатки. Полностью подняли лопатки. Живот втянули. И с выдохом потянулись. Посмотрели за рукой. Провожаем руку. Центр, вдох. И с выдохом за другой рукой потянулись. Вдох. И выдох еще по разочку. Держите живот и поднимите лопатки чуть выше. Последний раз. Центр. И опускаем голову, плечи, лопатки. Расслабляемся. Шею, плечи, голову расслабили. Пупок остается подтянутым. Одну ножку подняли, втягиваем пупок. Это первый вариант, самый простой. Если вы еще не подготовлены совсем, оставляйте ноги поднимать по одной из пола. Если есть возможность, одну поднимать, держим поясницу. И вторую. Плечи расслабили, животом держим поясницу. Стабильно держим таз. И с выдохом пальчиком ноги касаемся пола. Если нет возможности, не касайтесь. Вдох. Медленно поднимаем обратно. Упражнение это очень тяжелое, если делать его верно.
Втягиваем пупок и низ живота, прижимаем низом живота, прижимаем поясницу. Таз не опрокидывайте, стабильно, крепко держим таз. Шея, плечи расслаблены. Опускаем ногу, акцент низ живота, подтягиваем и возвращаем обратно. И с выдохом расслабляйте плечи, расслабляйте шею, голову, дышите. Выдох вниз, низ живота держим, вдох, и выдох низ живота держим, и вдох, еще с выдохом. Проверяйте, поясница вся прижата, поясница к полу. Плечи расслаблены. Низ живота крепко удерживаем. Если вам легко, значит вы не правы. Последний раз. И тогда поднимаем голову, плечи, лопатки. Будет сотня, одно из разогревающих, согревающих упражнений в пилатесе. Втягиваем живот, держим плотно поясницу, плечи расслаблены. Лопатки поднимите повыше. Это первый вариант. Напомню, самый облегченный вариант – ноги на полу. Следующий вариант – голень параллельно, колени над тазобедрами. Следующий вариант – вытянуть ноги. Положение пилатес. Пятки вместе, ноги очень крепкие. Живот дышит. 5 счетов вдох, 5 счетов выдох. Движение от плеча. Очень крепкие руки, как будто гвоздь. Пол забиваете, как мы делаем это обычно. Забиваем гвозди в пол. Дышим. 5 счетов. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Если устает шея, попробуйте поднять лопатки повыше. Если не удается, одной рукой придерживаете голову. Но лопатки должны подняться повыше. Смотрим глазами на пупок, контролируем, чтобы он не надувался, крепко его держим. Кто держит голову, поменяйте руки. Но если у вас есть возможность, поднимите лопатки повыше. Держите крепко пупок, осталось совсем немного. Не сдавайтесь. Вдох, 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 вдох. Носом. Выдох. Еще глазами проверяйте живот. Последний. Отлично, вы молодцы. Опускаемся на пол и руками прижимаем колени к животу. Плечи расслабили, плотненько прижали ноги. И с выдохом повернулись на одну сторону, повернулись на другую сторону. Еще разок. Последний. Стопы кладем на пол, будет плечевой мозг. Руки вдоль корпуса, плечи расслабили. Вдох. Прижимаем всю поясницу плотно к полу. Потом поднимаем поясницу, низ спины, середину. Позвонок за позвонком выходим на лопатки. Затылком вытянулись из плеч. Руками потянулись слегка к ногам. Задняя часть шеи длинная. Живот провалился вовнутрь. Это пустая чаша, эта чаша опрокинута на вас. Копчиком тянемся вперед и вверх. Стопы полностью прижаты к полу, колени параллельны. Вдох и с выдохом позвонок за позвонком тщательно вдавливаем в ковер. Сначала низ спины, потом поясницу и последний копчик. Вдох, прижали поясницу и с выдохом позвонок за позвонком. Тщательно, тщательно, каждым позвонком выходим на лопатки. Вдох. И с выдохом позвонок за позвонком тщательно опускаемся в пол. Каждым позвонком мы должны будет увеличить расстояние между позвонками. Еще. Поднимаемся с выдохом. Позвонок за позвонком. Выходим наверх. Шея длинная, расслабили. Руки поднимаем вверх, вытягиваем мимо ушей, на пол не кладем, поправьте шею. Руками рисуем большой круг. Возвращаем руки наверх, вдох. И с выдохом позвонок за позвонком тщательно вдавливаем в ковер.
низ спины, всю поясницу, последний копчик, опустили руки. Поднимаемся вдох, прижали поясницу. С выдохом позвонок за позвонком. Тщательно, плавно, комфортно выходим на лопатки. Руки поднимаем. Вдох за уши. И с выдохом рисуем большой круг. Выходим в потолок. Вдох. И с выдохом позвонок за позвонком. Тщательно вдавливаем в ковер низ спины, поясницу. И последний копчик. Опустили руки. Еще один раз. Поднимаемся. Каждым позвонком, не группами, по одному вы чувствуете. Вышли наверх, поправили шею. Руки достаем. Потолок. Мимо ушей потянулись. И с выдохом большой рисуем круг. Руки остаются в потолок. Живот крепкий. И с выдохом позвонок за позвонком опускаем вниз. Каждый позвонок. Вдох. С выдохом поднимаем голову, плечи, лопатки. Всю поясницу прижали, трамбовали. Противоположной рукой колено, второй голеностоп. Вытянули 45, вторую ногу. Меняем. С выдохом. С выдохом. Пупок крепкий. Прижали пупок. Вся поясница прижата. Поднимите лопатки чуть повыше. С выдохом. Хорошо. Ноги будут продолжать. А голову держим руками слегка. Пальчики за ушами. С выдохом. Стабильно держим низ спины. Таз не опрокидывается. Живот крепкий, проверяйте глазами, чтобы он не надувался. С выдохом. Еще парочку. Отлично. По последнему. Хорошо. И прижимаем коленки к животу, опускаем голову на пол. Расслабились. Голени параллельно с полом, колени за бедрами, ноги рядом. Руки в стороны, ладони сегодня положим в пол. Втягиваем живот, крепко держим, с выдохом. На правую сторону 45, первые разочки, глубже не надо, достаточно. Втягиваем живот и держим верхнюю часть, прижатую спину, плечи, лопатки. Поднимаемся наверх, вдох. Втягиваем глубоко, с выдохом на другую сторону. Плавно поднимаемся, вдох, медленно. Именно вы должны суметь медленно поднять. Если вы контролируете, опускайте ножки тогда чуть-чуть поглубже. Голову поворачиваем в обратную сторону от ног. Крепкий живот, держим пупок, поднимаемся плавно наверх. Обязательно удерживайте живот, чтобы никакого дискомфорта на пояснице не было. Живот крепкий, верхняя часть спины вся прижата к полу. Если противоположная лопатка поднимается от пола, не опускайте ноги пока низко. Пилатесе очень важно делать верно. Не количество, а качество. И тогда все быстро произойдет. Наверх вдох. И вниз выдох. Согласуйте движение со своим дыханием. Если вы не успеваете делать вместе со мной, делайте еще медленнее. По последнему разочку. Самый последний, вниз выдох. Поясницу удлините, вся плотно легла. Держим голову руками, втянули пупок. И с выдохом закручиваемся, разворачиваем корпус в сторону. Центр вдох, поднимите чуть выше лопатки. И с выдохом.
Держим, удерживаем пупок с выдохом. Центр. Чуть выше лопатки. Выдох. Почувствовали плечо, лопатку, верхнюю часть спины. Поднимаемся наверх, вдох. И с выдохом на другую сторону руку нижнюю положили. Верхнюю тянемся. Наверх, вдох. И с выдохом этим движением снимаем некоторые блоки с позвоночника. Здесь возможен характерный щелчок на позвоночнике. Значит, попали, вдох и выдох. Хорошо. Центр. Прижимаем ножки к себе, втягиваем живот. Вытягиваем руки и ноги длинные. Большой круг. Важно, чтобы ваша поясница была прижата. Можно по одной ножке, но держим всю спину прижатую. Вытягиваемся, вдох. И выдох. Если есть возможность, обе. Держим пупком поясницу крепко, 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 крепко. Если устала шея, можно опустить голову. Но контролируем поясницу, прижатый пупок крепкий. Еще два раза. Вдох. Выберите себе вариант. И последний. Вдох. И выдох. Опускаем голову, плечи, лопатки, 90 градусов ноги. И руками вытянулись, длинные позвоночки растянулись. Вдох, с выдохом поднимаем руки, голову, плечи, лопатки, втягиваем пупок и ножки. Натягиваем за ней заднюю поверхность ног, пальцы ног на себя. Посмотрите на пупок, плотно сжат, сгибаем ноги. И вытягиваем позвонок за позвонком, длинный вдох. И с выдохом одновременно пятки в потолок, лопатки наверху, живот втянут и копчик. Приподнимите немного копчик, сгибая ноги и вытягиваемся. Еще два раза. С выдохом. Вдох. Последний. Вытянулись, прижали грудной отдел, поясничный отдел, потянулись и руками взяли коленки. Втягиваем пупок, подбородок близко к груди, плечи расслабили. И как мячики, стараемся прессом до лопаток, на шее не ездим. Стараемся не дергать головой, не дергать ногами, прессом с выдохом. С выдохом. Последний раз. Остаемся наверху. Вытягиваемся. Плечи, лопатки соединили. И потянулись грудной костью вверх. Плечи, лопатки. И лопатки помогают поднять грудь вверх. Прижмите лопатки плотно к позвоночнику. Втягиваем пупок. Округляемся. Подкручиваем таз, но на пол не опускаемся. Расслабьте плечи. Поднимаемся. Чуть на секунду расслабились и сразу растем вверх. Соединяем лопатки и грудной костью вверх. Вдох. И с выдохом втягиваем пупок, подкручиваем таз. Плечи расслаблены. Крепко держим тянутым живот. Вырастаем. Секунду расслабились. И вытягиваемся вверх. Вдох. И еще один раз с выдохом подкручиваем таз. Крепко-крепко держим пупок. Плечи наверх. И вырастаем. Втягиваем пупок и опускаем локти на пол. Лопатки, грудь вверх,
носок серединки оставим. Тянемся вверх. С выдохом на правую сторону. Постараемся ноги положить на пол с выдохом. Плавно, без резких движений. Плавно поднимаемся наверх. И с выдохом. Верхнюю часть держим неподвижно. От талии только весь низ. Вырастаем наверх, вдох. Проверяйте, вы на локти не давите. Вы держитесь на прессе. И скручиваемся. Вырастаем, вдох. И с выдохом втягиваем пупок. Постарайтесь не выпячивать живот, а удлинять поясницу по спирали. Еще по разочку. Локти лишь только для того, чтобы не упали. Держимся на прессе. Живот крепкий, вовнутрь. Последний раз вдох. И с выдохом. Замечательно. Кладем коленки на пол и выходим на четвереночки опоры. Прошу прощения. Ладони точно под плечами. Втягиваем пупок. Кошки. Плечи, лопатки назад. Подключиваем таз. И внимательно разглядываем свой пупок. Вытягиваемся. Копчик назад. Грудь вперед. Пупок не отпускаем. Вдох. И с выдохом подкручиваем таз. Внимательно на пупок посмотрели, увидели его. Копчик пошел назад. Грудь вперед, живот вытянули. Еще один раз. С выдохом. И вытянулись длинные. Будет столько. Обязательно убираем лишний прогиб поясницы. Втягиваем живот и спина нейтральная, плоская. Плечи остаются над ладонями. Кладем одну ногу. Вы уже держитесь на животе крепко. Ничего не поменялось. Представляем вторую. Держим, дышим. Кто давно уже тренируется или какое-то время подготовлен, просто продолжайте удерживать стойку. А кто устал, сгибаем коленки, оставляем спину, передохнули, подтянули пупок. Вдох. И с выдохом. Выпрямляем ноги, держим. Кто может, то держите. Кто устает, опускаем колени, но продолжаем удерживать спину пупком. В пояснице никаких болей быть не должно. Это неправильная техника. Боль в пояснице терпеть не надо. Держим пупок. И с выдохом последний раз. Удерживаем затылком, тянемся вперед, пятками назад. Плечи точно над ладонями. Низ живота подкрутили. Последний вдох. И с выдохом колено, колено и чайную позу вытянулись, потянулись вниз. Ладошки остались на месте. Круглой спиной, округлой, выходим наверх. Опускаемся вниз и кладем себя полностью на пол. Вдох, втягиваем живот. С выдохом округляемся и толкаем поясницу назад, круглой. Вытянулись, вес на пятках. Наверх. Вдох. Круглый. И вниз. Вдох. И круглый выдох. Больше движения позвоночником. Смотрим на пупок. Опустились. Наверх. Смотрим на пупок. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Последним разом опускаемся на живот и остаемся на животе. Руки по диагонали и ноги по диагонали. Плечи, лопатки, тянули живот и большие пальцы развернем вверх. Приподнимите грудь, но не отпускайте живот. Поднимаем живот, а кости давим в пол. Таз, пол, живот вверх. Это обязательно условие. Боли в пояснице терпеть не надо. Вдох. С выдохом правая рука, левая нога. Тянем. Раз, два, три. И опустим. Левая рука, правая нога. С выдохом. Вниз, вдох. И выдох.
Пупок потянутый, не отпускать пупок. Лопатки тянем вниз, шея длинная, а конечностями растягиваемся. Акцент на ногу. Нога длинная, с выдохом. Еще. С выдохом. Последний. Опустились, расслабились. Руки переносим назад в замок. Соединяем лопатки, втягиваем живот. И руки потянулись назад к стопам. Затылок вперед. Вы чувствуете воротниковую зону. Тянемся затылком вперед, руками назад. Живот вверх подтянут. Сгибаем руки. Локти опускаем на пол и какое-нибудь ухо. Расслабьте лопатки, расслабьте руки. Соединяем лопатки. Тянемся руками назад, затылок вперед. Выдох. Вдох. С выдохом расслабляемся и меняем ухо. Поднимаемся. Вдох. И выдох. Плотные лопатки потянулись назад. Вдох. И с выдохом расслабились. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Еще по одному разочек. Каждый раз плотнее сжимаем лопатки, тянем руки. И расслабляемся. Втянут живот клетки. Последний. Расслабились. Ладони кладем под плечи. И чаю поза. Потянулись вниз. Длинная поясница. Усаживаемся как можно больше на пяточки. Руки вытягиваем вперед, колени на ширине бедер. Опускаем глубже грудную клетку к полу. С выдохом. Вырастаем наверх. И ладони точно под плечами, колени под задерживаем. Правая рука, левая нога. Вытянулись длинные, растянулись. До. С выдохом локоть и колено у вас под животом встретились. Смотрим на пупок, вытягиваемся длинный вдох и с выдохом кладем конечности на место. Меняем. Левая рука, правая нога, вытянулись, вдох, с выдохом. Все позвонки в потолок и плечи опущены. Вытягиваемся длинный, тянем конечности, кладем на место. Вытягиваемся длинный вдох. С выдохом подкручиваем таз. Голова тоже участвует. Вытягиваемся длинный и кладем на пол. И последний раз. Вытянулись, вдох. И с выдохом. Вдох. И кладем на место. Присаживаемся. Стопы вперед. Берем себе под коленки. И позвонок за позвонком, тщательно укрепляем колено, позвонок за позвонком. Опускаем голову и руки свободно положили на пол за головой. Расслабьте плечи, лопатки. Тягиваем пупок, вдох, с выдохом. Первый поднимаем руки, голову, рулап. Тягиваем живот. Первый вариант, если вы пока не можете подняться, встаньте здесь. Следующий вариант, если есть возможность, помогаем себе руками. Позвонок за позвонком, вырастаем наверх. Вытянулись, вдох. Втягиваем пупок, подкручиваем таз. И позвонок за позвонком, тщательно, тщательно. Вытягиваем длинный позвоночник. Растянулись, прижали грудной отдел и поясничный. С выдохом, руки, голова. Плечи, крепкий пупок. Если есть возможность, поднимаемся только прессом. Вырастаем наверх, вдох. Втягиваем пупок и с выдохом. Позвонок за позвонком. Тщательно, тщательно вытягиваемся вдоль ковра. Растянулись длинные. Вдох и с выдохом. Руки, голова, плечи. Втягиваем живот. Плотно-плотно держим. Если нужно, немножко помогайте себе, чтобы плавно раскатать позвоночник. Втягиваем пупок, все боли в спине пройдут. Пройдут, пройдут, поверьте мне, если делать верно. Вдох и с выдохом. Я не имею в виду серьезный диагноз. Выдох. Вытягиваемся, вдох. И с выдохом.
Последний разочек будет, вы молодцы. С выдохом. Наверх вдох. И вниз выдох. Лопатки оставляем в стол. Втягиваем губу, одну ножку берем чуть выше колена. Плечи расслабили и локти вперед. Вторую ногу 45 низко не опускайте. Сильными руками подтягиваем ножку к себе поближе. Держимся на прессе. С выдохом меняем. Вдох. 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 Выпрямляем ногу. Стараемся подколенные сухожилия растянуть. С выдохом отодвигаем барьер. Хоть миллиметр. Сегодня миллиметр, завтра два. Последний. Берем лодыжки. Руки, ноги прямые. Спина круглая. Сначала поясницу разровняли, раскатали. Потом середину. Потом лопатки. По шее не катаемся ни в коем случае. Последний разок. Присаживаемся и кладем стопы на пол. Втягиваем бок, ножки вытянули вперед, уселись удобно. Любую ножку сгибаем. Стопа в бедро. Если коленки некомфортно, то сделайте меньше угол. И внимание. Не округляйте, не можно на положить. Вытянуться длинным позвоночником, локти согнуты, плечи не напрягаем. Вытягиваем длинную спину вперед. С выдохом. Больше вперед. Удлиняемся. Пилатесом можно заниматься каждый день. Наш урок 20-25 минут. Совсем немного для целого дня. Завтра, послезавтра, послепослезавтра вы можете продолжать это занятие. Вы будете чувствовать, как вы крепнете от занятия к занятию. Круглой спиной раскручиваемся, уселись и поменяем немножко. Стопа в бедро, пальцы четко в потолок и длинные с выдохом вытягиваемся. Вдох и с выдохом за затылком тянемся вперед. Удлиняем ногу, тянемся внутренней частью, точечка на пятке внутренняя и вытягиваем ее вперед. Внутренней части ноги тянемся вперед и затылком вытягиваемся вперед. Спина вам будет благодарна. Раскручиваемся. Складываем стопы. Чуть подальше от себя от бедер. Берем пальчики ног. Локти тянемся вперед. И спиной за затылком вытягиваемся вперед. Стараемся не округлять спину, а вытягиваться вперед. Плечи от ушей, голову, плечи, лопатки расслабляем. С выдохом расслабляем тазобедренный сустав, коленный расслабляем. И с выдохом опускаемся глубже. Потихонечку можно руками себе помогать. Время растяжек вы можете увеличить. Раскручиваемся наверх. И сегодня прощаюсь с вами. Обещала 25 минут, получилось, наверное, 35 минут. Но это все только в вашу пользу, в вашу копилочку. Надеюсь, что вам понравилось, хороших вам тренировок и надеюсь, до новых встреч. Удачи!